В мире, где светские хроники полны ярких историй и головокружительных вечеринок, имя шаман занимает особое место. Вас приветствует Stars Exclusive, и сегодня мы расскажем о том, как живет певец-шаман, ставший самым популярным артистом российской поп-сцены в 2023 году. Этот певец, чье творчество завораживает миллионы, продолжает оставаться загадкой для многих. Сегодня мы погрузимся в мир шамана. Жизнь шамана неотделима от музыки. Его дом – это не только место для отдыха, но и творческая лаборатория. Здесь, среди гитар, клавишных и экзотических музыкальных инструментов со всего мира, рождаются хиты. Для поддержания формы и здоровья шаман уделяет время спорту. Утренние пробежки, йога, плавание – все это помогает ему сохранять энергию и вдохновение. Кроме того, певец следит за своим питанием, предпочитая органические продукты и свежие соки. Он не курит и равнодушно относится к алкоголю. Что касается личной жизни, то от предыдущего брака с Мариной Рощупкиной, которая была старше музыканта на 6 лет, есть дочь Варвара. Девочка уже ходит в школу. Брак Ярослава и Марины продлился 9 лет и наполнен множеством измен со стороны супруги. В 2017 году Дронов повторно женился. Его избранницей стала Елена Мартынова, на 13 лет старше Ярослава. Однако это никак не мешает паре жить счастливо и по сей день. Шаман поддерживает отношения с дочерью, но совместных детей с Еленой у них пока что нет. В минувшем году шаман очень много работал. Поклонники переживают за его моральное и физическое состояние, ведь гастрольная деятельность, да еще и такая активная неподобающим образом, сказывается на здоровье музыканта. При этом шаман всех уверяет, что с ним все в порядке и он тщательно следит за здоровьем. Какие же интересные факты известны про певца-шамана? Певец признался, что текст песен и музыку для своих музыкальных композиций он пишет самостоятельно. Кроме этого, он выполняет и другую работу над песнями. Он делает аранжировку, сведение и мастеринг. Голосовой диапазон шамана 5 октав. Известно, что он не пользуется услугами стилистов. Ярослав самостоятельно разрабатывает дизайн своей одежды и образов. Артист рассказывал, что дважды был близок к смерти. Однажды его чуть не сбил автомобиль. Еще одна история произошла в воде, когда Дронова начало затягивать течение в водоворот. Тогда его спас отец. Уважаемые подписчики и зрители нашего канала, а какие факты из жизни певца-шамана знаете вы? Напишите об этом в комментариях, поделитесь своим мнением.